Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем очень интересный прямой эфир на тему аптечки в домашних условиях эпидемии и прочих, как говорится, неожиданных, ну не то, что я не хочу сказать слово несчастье, но всяких вот таких вот ситуаций, когда у вас в запасе должно что-то быть из лекарств. Как не превратить то, что есть у вас в запасе, в целый склад ненужных лекарств, что эффективно, что неэффективно. И сегодня у меня в гостях очень уникальный человек, Борисова Екатерина, Кэт, Борисов Кэт, которая не просто фармацевт, которая, как говорится, враг всех таблеток, ненужных лекарств, и очень хорошо рассказывает детально о том, что эффективно, что неэффективно. Я жду на Катю, когда она подключится, и мы тогда, ну, как бы продолжим этот разговор. Сейчас практически всюду карантин, и помимо этого эфира я еще создам несколько видео полезной информации, как раз, что можно предпринять. Вот уже у нас Катя присоединяется. Сейчас я подключу. Так. Все, здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Я так понимаю, у вас тоже карантин? Да. У меня тоже внук вот выпроводила с мужем, с дедушкой на час прогулок. Говорю, не мешайте бабушке работать, потому что так или иначе необходимо помогать людям. И я уже вас представила, я слежу за вашими постами. Огромнейшее спасибо от меня лично за помощь в организации марафона доказательной медицины, который прошел просто суперовский. Вот, суперовский. Да, благодарности, и многие люди следили за этим марафоном. Так что я думаю, что мы еще не раз организуем такие марафоны. Да. Сегодняшняя тема, я уже сказала, это фактически о лекарствах, о средствах, которые необходимы в такой вот ситуации, как, например, эпидемия, значит, вируса, любого, наверное, вируса. И тема стала актуальной, потому что, наверное, вы тоже получаете массу этих сообщений, где говорится, что вот известные китайские военные врачи придумали там то-то, или закладываете эти в ноздри этот чеснок, там лимонным соком, там еще какой-то. Короче, что только не придумывает. Хуже всего я смотрю врачи, какую они чушь несут. И некоторые прямо набирают там по миллиону лайков только за то, что они несут чушь, которая не соответствует действительности. Поэтому сегодня мы как раз поговорим об аптечке. И я знаю, вы эксперт по разбору аптечек. Вы эксперт. Вот, так что передаю вам слово. Мы, конечно, ответим на все вопросы потом. Да. Всем здравствуйте. Да, я хотела бы тоже сказать по поводу вот этой бешеной рекламы сейчас. Это просто такого, наверное, никогда не было. Сейчас фармкомпании просто вкладывают огромные деньги в то, чтобы вот они пользуются страхами людей, и поэтому да, их реклама работает. Я вот недавно смотрела у очень известных на многомиллионной публике рекламы различных иммуномодуляторов противовирусных, которые абсолютно людям не нужны, а так как они боятся, они, конечно же, сразу же бегут все это покупать. Хотя на самом деле это ничего не нужно из того, что рекламируется, да, нужно просто соблюдать правила. То есть это и правила гигиены, и вот карантина домашнего, и вот по минимуму, да, вот выходить куда-то, кино, магазины и так далее. Да, конечно, не нужно сходить с ума, что сидеть там на одной гречке дома, да. Вот. Кстати, мой муж хотел гречку сварить и искал гречку. У нас не оказалось гречки дома. Да, мы то же самое, мы вчера ходили в магазин и... там гречки не было, я думаю, ну ничего, переживем этот момент страшно без гречки. Собственно, что по домашней аптечке? В принципе, она не отличается от той, которая должна быть и, ну, в обычной ситуации, да, но здесь есть одно но.
А самое главное сейчас позаботиться о том, чтобы дома были те препараты, которые нужны при хронических заболеваниях. То есть, если у человека там любое хроническое заболевание, вроде астмы, не астмы, чтобы было все закуплено заранее и на какой-то срок, ну, грубо говоря, не на неделю и не на один месяц, может быть, как-то в двух, там, трех позициях, да? Вот. Я думаю, что каждый человек должен смотреть на упаковки срок годности, поэтому запасы через срок годности лекарств, правильно? Да, обязательно. Вот, обязательно срок годности и проверить, разобрать свои аптечки, проверить там сроки годности, потому что хоть и говорят многие, что лекарства там работают еще в течение там полугода-года, да, после того, как у них вышел срок годности у закрытой упаковки, я же, в свою очередь, не рекомендую такими заниматься делами, потому что мы не можем точно быть уверены, как хранилось это лекарство, что с ним могло произойти, и оно, конечно, не станет ядом через какие-то там определенное время, да, но мы можем получить какие-то лишние, ненужные, побочные эффекты. Это первое. И второе, мы можем не получить того эффекта, который мы хотим, который нам нужен. Вот, поэтому обязательно сроки годности, это да. Вот. А у меня один вопрос по сохранению лекарств. Вот есть и слухи такие, что лекарства нужно хранить там в холодильнике, или это неважно, то есть не все лекарства нужно хранить в холоде? Не все. У каждого препарата на упаковке и в инструкции прописываются условия хранения. То есть есть препараты, которые мы строго храним в холодильнике, это от 2 до 8 градусов, некоторые бывают до 15 градусов, но я не думаю, что у кого-то 15 градусов может быть дома, да, поэтому это да. Тоже храним в холодильнике, да. Вот, а значит, все остальные лекарства мы просто храним в таком недоступном месте для детей, от света, подальше от батарей, от печки, потому что многие хранить любят препараты на кухне, да? Там жарко. Жарко, вот, и это уже может подпортить многие. Кстати, еще по поводу тоже хранения. Многие привыкли экономить место и выкидывают упаковку коробочек таблеток. Это делать не нужно, потому что это не просто так для красоты создано, это она, опять же, сохраняет лекарство, защищает от ненужного света, влаги и так далее. Да, вот, да. Поэтому я вот очень сильно рекомендую. И плюс инструкция, всегда есть бумажка, инструкция, которую можно открыть и прочитать, не забыть, как пользоваться, все правильно. Угу. Да. Вот, инструкция, да, тоже очень важна, хотя, опять же, многие говорят, что, ну, есть же интернет, можно же найти. Но извините, когда это я помню все инструкции, например, да, а человек, который побежит, когда ему нужно лекарство, побежит смотреть в интернете, да там еще не то откроет и не туда откроет и сделает ошибку, то есть, ну, несоответствие инструкции будет. И сейчас, тем более, в интернете столько всего, что даже на один могут разные инструкции быть. Я знаю по своему опыту, что когда мне присылают вот эти груды препаратов, и я иногда открываю инструкции, вижу, это совершенно другой препарат. То есть у нас же может одно название быть разные препараты, поэтому я стараюсь как бы больше деталей, плюс дозы, плюс то есть в каком формате, это, ну, то есть таблетированные капсулы, это настолько все разное, и я всегда говорю, пользуйтесь той инструкцией, которая есть именно в препарате, потому что в интернете вы можете найти разные дозы, разные названия, даже вот эти generic названия, они не всегда указываются. Вот, так что, сохранение мы поговорили, теперь практически из чего должна состоять, из каких важных препаратов должна состоять вот эта аптечка экстренной или как сказать, помощи на случай эпидемии. Хотя, в принципе, вирусы, мало чем отличаются, у нас нет таких гарантированных препаратов от вирусов, правда же? В том числе от коронавируса. Но все-таки какие-то препараты должны быть, да? Да, обязательно должны быть дома жаропонижающие, обезболивающие. Это, наверное, самое первое, что должно быть. Да. И главное это разделять еще для детей. У них своя форма, своя дозировка, для взрослых своя дозировка, своя форма. Вот, это там выбор уже на свой вкус, в общем-то, так. Выбора много.
Вот, должны быть обязательно антигистаминные препараты на случай аллергии внезапно возникшей. Человек может никогда не страдать, а тут его настигнет. Это безрецептурные тоже препараты. Потом я всегда рекомендую, чтобы были средства для восполнения водно-солевого баланса. Это рекомендовано при диарее. Вот, обязательно, чтобы не допустить обезвоживания. Должны быть вот эти вот самые популярные, наверное, мы знаем, это регидрон. Вот. Но это опять для взрослых, для детей, у них там свои порошки. Вот. Должны быть, конечно, быть антисептики для ран. Это хлоргексидин, перекись, мирамистин. Вот. Перевязочный материал, особенно для тех, у кого вот дети есть, да, там упал, чтобы не было никаких таких вот неприятных моментов. А насчет также лекарств, сосудосуживающие капли, это вот, например, когда заболел, да, их нельзя ими пользоваться на постоянной основе, но до 5 дней это допускается, чтобы не мучиться вот этой заложенностью и все. Вот, по поводу различных противовирусных иммуномодуляторов, мы все знают, я надеюсь, что этим пользоваться не нужно, тратить на это все фуфло, кокоцелы и орбидолы и так далее, это все не работает, иммунитет это не поднимет, и от болезни это не защитит. Вот, что еще должно быть из лекарств? Я рекомендую всегда, чтобы были глазные капли в аптечке, но глазных капель у них очень маленький срок годности, тут тоже надо смотреть. Как бы даже допустимо врачами, насколько я изучаю эту тему, чтобы глазные капли даже были с антибиотиком. Потому что при бактериальном конъюнктивите это первая помощь. Как бы тут даже можно не бежать до врача, а воспользоваться по инструкции, следуя, да. То есть передозировать это невозможно, и поэтому они должны быть. Но это опять же, многие люди, вот у кого возникают конъюнктивиты, они уже знают, что делать нужно, как бы, ну, я всегда какой-нибудь капельки левомицетиновые, они там стоят 50 рублей, ну, как бы, они должны быть. Вот, и еще всегда, даже сейчас, вот, на момент всеобщей вот этой болезни, должны быть солевые растворы, это всеми известные аквалоры, натрия хлорид. И всякие его аналоги, аквамарисы и так далее, то есть мы промываем нос утром, вечером, там, ушли, пришли, там, куда-то мы увлажняем нашу слизистую, ну, тем самым, как бы, немножечко себя защищаем, вот. Это касается и детям промывать нос, и взрослым, вот. Такое, из самого важного, это, в принципе, все, не считая, вот, препаратов, которыми пользуются хроники. Это очень важно, что вы сказали об увлажнении, потому что я еще раз напомню всем, что именно влажность воздуха, помещение, где вы находитесь, должна быть комфортной, то есть тот, который мы рекомендуем, а не сухий, не сухой воздух, это особенно сейчас еще до сих пор из отопления, потому что это повреждает слизистую. Поэтому если у вас очень сухо в доме, или открывайте форточку, или же ставьте ведро с водой, или какие-то влажные тряпки на батарее, или же купите увлажнитель обычно электрический, и пользуйтесь увлажнением, потому что это как раз и есть профилактика заражения любыми вирусами, потому что когда есть сухость во рту, в носа, вот этой глоточной части, идет повреждение эпителия. А я вам как гинеколог говорю, когда-то мне сказали, шутку скажу, когда-то мне стоматолог, значит, завкафедры сказал, давай будем делать исследование вместе, потому что у тебя дырка покрыта многослойным плоским эпителием, ну там влагалище, что говорит тут? Я говорю, ну это разные дырки, не совсем так. Она говорит, ну сухо, что там плохо, что там плохо. Вот. Я имею в виду, что действительно сухость это действительно негативный фактор, который негативно влияет в принципе, на возникновение. Давайте мы вернемся немножечко к жаропонижающим, потому что сейчас много споров. Сейчас я вижу какой-то такой, знаете, нездоровый скандал вокруг ибупрофена, парацетамола, что лучше, что хуже. И я не считаю, эти препараты совершенно разные, я не считаю, что один хуже, а другой лучше, потому что в некоторых ситуациях, скажем, как при беременности, да,
все-таки парацетамол – это более изученный препарат, более безопасный, ничего другого особо мы не имеем, правда же? Но слишком много вот этой, я считаю, необоснованной борьбы, что ли, возможно, это борьба производителей или что? Что вы думаете по этому поводу? Я сначала тоже засомневалась в упрощении, много читала информации на эту тему, но мне, наверное, поставили жирную точку, когда вот Всемирная организация здравоохранения все-таки объявили, что нет ничего страшного в ибупрофене, то есть все это какая-то, я не знаю, утка, которую пустили. Возможно, тем самым хотели сказать, что нельзя принимать ибупрофен в неизвестных там бесконечных количествах. Да, с этим-то я согласна, конечно. То есть нельзя принимать там по 2 таблетки 2 раза в день и на протяжении длительного времени. Парацетамол, да, он безопаснее, как говорится, все-таки и детям, и для беременных, и для вообще для взрослых людей, но кому-то, опять же, не помогает, поэтому можно как альтернативу использовать ибупрофен, поэтому ничего в этом страшного не вижу. Опять же, нужно смотреть, конечно же, противопоказания, потому что без этого никуда. Тут уже нужно индивидуальность учитывать тоже. У меня еще 2 вопроса интересные, которые поступают очень часто от беременных. Первый вопрос, например, если температура не 38,5, чтобы сбивать, а там, скажем, 38,2, нужно ли сбивать эту температуру? Ну, с точки зрения, я понимаю, что вы не акушер-гинеколог, но все-таки какой предел использования жаропонижающих? Смотрите, у нас так рекомендуют использовать жаропонижающие, то есть даже не ориентироваться на температуру, ориентироваться больше на свое состояние. Вот, самочувствие. Да, если человеку плохо при температуре 37,5, допустим, невозможно уже, то принимаете таблетку и все, и живете спокойно. А если человеку температура 38,3, и он чувствует себя, можно и не принимать, то все, тут, конечно, я не беру в расчет то, что когда уже 40, там это уже опасное для жизни, да, там уже нужно думать. По-другому. Вот я с этим тоже согласна, потому что я говорю, зачем мучиться, если вам плохо, не мучайтесь, потому что это не приведет к быстрому выздоровлению все равно, то есть примите лекарство и еще один такой интересный момент, особенно те женщины, которые там планируют беременность или забеременеют, начинают говорить, вот мы будем принимать детский там парацетамол, еще какой-то детский в маленькой дозе или там чуть-чуть. А я считаю это абсурдом, потому что, правда же, то есть взрослые должны принимать взрослые дозы, и нечего бояться. Потому что так нет смысла просто. Он не подействует и выведется, и выводится же все это через наши органы проходит. И то есть они думают, что они не получат никакого вот этого побочного действия, а на самом-то деле действие это будет другое, но только положительного действия не будет вообще. Поэтому... Да, поэтому я тоже говорю сразу всем, кто планирует беременность или беременный, не бойтесь принимать взрослые препараты для взрослых. Они созданы для взрослых, а не детей. Вы не ребенок, правильно? Да. И теперь вопрос, я потом посмотрю вопросы, смотрю, люди пишут. Такой вопрос тоже об антигистаминных препаратах, потому что есть сколько? 4 класса, по-моему, антигистаминных препаратов или 5? Их вообще 2. Во втором поколении... По поколению, в смысле, да. Во втором поколении уже появились такие молекулы, то есть там вот это более старые, это уже более новые, это вот уже совсем новые. А вообще, в принципе, среди фармацевтов разделяется только 2 четких поколения. А все остальное, это 3-4, это уже так, в кавычках. Это в кавычках, да. Так вот, какие лучше всего хранить? Покупать те, которых знаешь, что это димедрол, как говорится, старый препарат. Или же обратить внимание на что-то новое. Что все-таки лучше с точки зрения фармацевта? 100% более новые, это вот второе поколение, они более безопасные, они не угнетают центральную нервную систему, у них меньше побочных эффектов, гораздо быстрее действия и гораздо меньше прием, то есть 1 таблетка в сутки, нежели чем, допустим, у старого субрастина, который нужно пить там 3-4 раза в день,
от него вот эта сонливость опасная достаточно. Сонливость же не просто так ты спать хочешь. Это вот как раз идет угнетение ЦНС, да, и это особенно детям, когда это назначают, меня, конечно, это очень поражает. Есть хроники, вот есть такие часть людей, кому кроме супрастина ничего не помогает, ну, только, ну, и они уже знают за себя, знают. А так обычным людям только второе поколение, это безопаснее, ну, и эффективнее. А есть еще такое мнение, что вот все начинают жевать витамины. То витамин С, то витамин Д, то витамин еще какой-то, то целые комплексы. А насколько, я знаю, что это неэффективно, но я хочу, чтобы вы, как человек, у которого есть знания, опыт фармацевта, об этом подтвердили. Или может, я ошибаюсь в чем-то? Нет, вы совершенно правы. Все эти поливитамины, это не нужны. Это просто проделки маркетологов, которые пытаются запихнуть в одну таблетку все, что абсолютно не нужно человеку. Если не хватает какого-то витамина, ну, мы должны принимать именно этот витамин отдельно. Да, в какой-то правильной дозировке, после анализа, вот, придя к врачу там, с определенными симптомами. А принимать все эти поливитамины, это вообще абсолютно не нужно. И уже давным-давно доказано, что, кстати, насчет провитамин С, да, то есть он в этих дозировках не имеет никакого воздействия на иммунитет и тем более на течение заболевания, как бы. Я вам скажу, что еще 30 лет назад, когда я обучалась в институте и изучала как раз органическую химию, мы учили, что есть витамины, которые взаимодействуют, которые антагонисты, то есть противодействуют друг другу. И когда я задала вопрос, помню, преподаватель очень простой, зачем тогда в одну таблетку пихивать все, если между собой они реагируют, могут создавать вот эти шлаки, так сказать, то есть соли, которые вообще нерастворимы и никакого эффекта не оказывать. Конечно, мне сказали, самая умная, выйди из класса. В общем, насколько это было известно давным-давно, что они не взаимодействуют, но поскольку это все рекламировалось, что для улучшения здоровья нужны мультивитамины и так дальше, мы имеем сейчас вот это до сих пор бум, когда все пичкают в себя вот эти препараты, которые не имеют никакого действия. Потому что людям хочется верить в волшебную таблетку. И... Да, золотая пилюля, совершенно верно. Сейчас я пройдусь по вопросам, которые нам задали. Вот, так, начнем, наверное, с конца, с самого начала. Вопросов много. Если пару слов, пока еще вопросы, скажите еще о масках и обработке рук. Значит, насколько маски эффективны и нужно ли обращать на что-то внимание на, ну, в отношении масок? Маски должен носить только заболевший человек, либо, ну, работники вот учреждений, да, медицинских, врачи, сестры и так далее. Вот. Но я недавно вот прочитала у одного человека, я не помню, честно, у кого-то из врачей, что если маска на здоровом человеке, и она защищает от воздействия с руками, то тогда лучше носить маску для того, чтобы минимизировать контакт рук и лица, чтобы не трогать лицо. Потому что, ну, часто же, да, бывает, там, нос потереть, тут почесать, тут, и вот, и... А нам нужно обязательно вот руками, сейчас даже рекомендуют не чихать, да, вот так вот в ладошку, а чихать в локоть, чтобы не трогать, потому что руки сейчас в самом большом контакте со всем окружающим, то есть везде мы все трогаем руками, поэтому... Совершенно верно, был такой даже клип интересный, который сделали как бот, когда министр здравоохранения Канады выступает, значит, говорит, что ничего там руками не трогайте, и тут со стола, со микрофона начинает что-то там автоматически, и этот клип вырезали, значит, ну вот и распространили, что, значит, посмотрите сами. У нас настолько много вопросов, что это просто, ну, как бы с ума можно сойти, но мы, значит, по крайней мере, попробуем хотя бы. Магний для профилактики нужен? Конечно, не нужен. Для профилактики чего? Я не знаю, да? Сейчас я просто... А как можно... О, ну, девочки, мы не говорим здесь об урологах, андрологах, генетических проблемах. А витамины для беременных, мы это сказали уже, то есть это, на эту тему есть у меня подписки и не помогут, да?
Синупред, как препарат какой он? Стоит ли пить при гайморите? Синупред. Нет, синупред – это фитотерапия, она имеет очень низкий уровень доказанной эффективности, и поэтому ну, он да. может только раздражать слизистую, что и все, никакого, ни о каком лечении речи быть не может. То есть, Я изучала много фитотерапии, и до сих пор мне очень хочется написать книгу о лекарственных травах и растениях при беременности, потому что есть что сказать, причем с разных народов мира. Так вот, я хочу сказать о травяных вот этих препаратах. Они могут быть очень токсичными, они могут неэффективны, они могут вызывать аллергию. Их контролировать дозу чрезвычайно тяжело, потому что даже вот эти ингредиенты, как бы лекарственные вещества, могут быть разные в зависимости от погоды, в которой собирали, от места, где это растение росло, от части растения, это там, скажем, корень и так далее. И это нужно быть, я не знаю, это нужно быть экспертом во всем, чтобы даже по одному виду, по одному растению говорить, что полезно, что нет. Поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте различными этими травяными чаями и прочим. А, как говорится, спирулина. Спирулина тоже неэффективна, насколько я знаю. Или да. Я ошибаюсь? Да. Да. Я вижу уже, как вы относитесь к омега-3. Вот это омега-3 новая, как сказать, пошесть, ну, сейчас уже поубавилась, потому что казалось неэффективной. Да. Да, то есть... и меня когда спрашивают, какую омегу-3 выбрать, я говорю, лучше сходите, купите рыбы, морепродуктов. Вот, и... вот, я тоже говорю, пойдите, купите рыбу, скушайте свежую нормальную рыбу, а не вот эти самые, потому что начинают, ну это же с масла тюленя, это с масла чего-то там и так дальше. Вот это, ну как бы спекуляция. Угу. Вот тоже, если человек заражен уже, но не знает еще об этом, но большинство не знает, потому что инкубационный период для всех инфекций, он уже представляет угрозу для остальных? Конечно же, представляет, когда еще нет симптомов. И естественно, что вот мне позвонила наша, моя свекровь, что вот она себя плохо чувствует, типа какие-то признаки простуды и так дальше имела контакт. Что делать? Говорю, сиди дома, лечи простуду, если хуже... звонишь там врачу и все. Вот. А поскольку у нас всех был какой-то контакт, и особенно через внука, я наблюдаю за внуком, я наблюдаю за собой. Пока что все хорошо, да. Слава Богу, но паниковать, здесь что-то пичкать себя, одевает да. Этот, как сейчас одевает эти различные кульки, там показывает, что только не придумывать, подгузники, да, гигиенические прокладки, там, ну, это вообще. Так, едем дальше. Что по поводу ВЕТОМ 1.1? Я даже не знаю, ВЕТОМ, это что ВЕТОМ, за препарат? Да, это такие порошки, в общем-то, они использовались всегда для животных, а теперь у нас используют, как вроде, насколько я помню, это как пробиотики. Ну, как бы действие их тоже абсолютно никакое. Да, пишет у нас один. Паникюр, маски обязательно, весь Китай в масках, чтобы не разносить микробы, потому что 2 недели человек не знает, что он болеет. Дело в том, что маски нужно очень часто менять, они легко увлажняются и практически накапливаются. Мало того, вы еще трогаете маски руками, кладете в карман, где-то там оставляете, то есть еще нужно научиться пользоваться масками. Ну и доказано, еще хуже, совершенно верно, поэтому доказано, что если вы не больны, если у вас нет... То есть маски носить это только, скажем, врачам, которые имеют дело с больными, которые приходят. Если человек больной приходит, ему нужно маску носить, чтобы он не распространял это. Но, честно говоря, всем подряд носить у меня нет маски. Надо было, наверное, одеть сейчас маску, сидеть. Может, кто-то боится через экран заразиться. Это я когда-то о токсоплазмозе рассказывала, у меня кошка рядом сидела. И вы знаете, были люди, которые сразу немножечко так косо начали смотреть. И я говорю, вот кошка рядом, ну, типа, кто боится такого токсоплазмоза, выключайте, фиг сразу же. Так, вопрос такой, из чего сделать антисептик для рук? Можно ли его делать самому или желательно купить, или как? Ну, желательно, конечно, купить, потому что, ну, чтобы соблюдать правильную концентрацию, все-таки это важно.
Дома сделать, да, я видела, можно это делать и дома, но мне кажется, что пока вы будете ходить покупать все ингредиенты для антисептика, то это уже столько надо мест пройти, и лучше прийти просто купить готовый. Если же, если они продаются, конечно, еще. Если еще есть, ну, в крайнем случае, да. Может, у кого-то есть спирт обычный, может быть, хороший, можно, да, может быть, даже тот же лизол, так, даже, кстати, клинические средства, вот эти очищающие средства на основе лизола, ряда других, могут пойти на какой-то период времени. Лучше всего мыло с водой, я так считаю. Да, да, главное мыть руки часто и правильно. Да, и полотенце часто менять, или же пользоваться одноразовыми вот этими салфетками или какими-то, вот мы называем paper towel, то есть бумажными, и выбрасывать, да. Что вы можете сказать о каплях на основе серебра? Весь мир относится к каплям на основе серебра отрицательно, потому что нельзя забывать о накоплении серебра, что может привести к печальным последствиям. А у нас почему-то используют капли на основе серебра, известный протаргол, для того, чтобы сушить слизистую при насморке, что уже просто какой-то, ну, ужас. Поэтому надо забыть про них. Согласна. Здравствуйте, это трациклин, чем можно заменить побочка от него? И я просто как врач скажу, если побочка, то нужно к врачу же обратиться, чтобы поменяли антибиотики. Мы тут не вот. Занимаемся назначением. Да, то есть это действительно, это нужно вам обратиться к врачу. Да. А, можно пить самостоятельно железо солгар при анемии гемоглобина 93? А, опять же, это клинический случай, это решает назначение врач. Препарата врач, а не вы. Есть несколько видов анемии, и не обязательно это железодефицитная анемия, нужно знать вид анемии в первую очередь, это не всегда нужно принимать железо, то есть все помешаны на железо, хотя почему-то закрывают глаза на другие виды анемии, которые тоже распространены не меньше, чем железодефицитные. А, вот задаю тоже, я фолиевая кислота до и во время беременности, девочки, ну есть масса информации в книге по беременности, и просто в видео и так дальше. Ясно, что нужно фолиевую кислоту. Вот. Кстати, сейчас много шума вокруг фолатов, и всегда мне порекомендуйте фолиевую кислоту или фолаты, хотя фолиевая кислота так или иначе действует. А, с моей точки зрения, слишком много разных видов фолатов, поэтому даже сравнить их действие невозможно. А, какое ваше отношение? То есть, что женщине принимать? Фолиевую кислоту или искать какие-то фолаты, какие из них лучшие, скажем так? На самом деле, я тоже отношусь к этому так, что мне вот без разницы. Как бы... И действует все, да. Действует все абсолютно, поэтому есть какие-то там для 10% женщин, что будет полезнее пить фолат. Я даже сейчас не вспомню причину, почему, но это такой мизер. Но на самом деле для всех абсолютно подействует и та фолиевая кислота. Я тоже согласна с этим, потому что это больше реклама, чем... Тем более, что есть сейчас так много развелось фолатов, это ж соли, фолиевая кислота, фолатов очень много. Поэтому, когда мне начинают, вы знаете, сколько есть фолатов, и каждый из них, никогда никто не сравнивал эти фолаты между собой. Витамин D принимать для профилактики, интересное мнение обоих оппонентов. Я так понимаю, профилактика чего? Вирусных вот этих коронавирусной инфекции или что? Ну, это-то нет. Это вообще, да, я тоже согласна, не имеет отношения никакого к профилактике инфекций. А, значит, я вижу, такой, кто же отвечает тут у нас. Когацел. Когацел действительно опасен для репродуктивной системы. Да, есть такой шанс, потому что когда-то с таким действующим веществом, как у Кагацела, были, как бы проще сказать, противозачаточные для мужчин в Китае. Ну, то есть, и этот вопрос был изучен. Но представители Кагацела говорят, что у них другая дозировка, и она не может навредить. Но если есть действующее вещество, откуда же я знаю, да, сколько за жизнь принял этот человек этого Кагацела, и не прошло ли накопление... А проследить, вот как это повлияло на репродуктивную функцию, да, его, то есть мы же не можем, потому что да, не можем. Этим никто не занимается, а тут, раз есть такая вероятность, зачем рисковать? Совершенно верно, да. Очень опасно.
Вот вопрос тоже. Можно ли принимать витамин Е перед планированием? Вот это миф о витамине размножения. У меня есть статья, уже давно исключили, девочки, исключили давно из акушерства, не рекомендуем ни при планировании, ни при беременности вообще. Да, об этом много написано. У меня, кстати, огромнейшая статья, за которые меня потом еще и обвиняли, что слишком много букв. Ну, надо было объяснить это все. Люди не любят читать, а это, об этом мы уже говорим больше 10 лет. Угу. Так, значит, кто-то пишет, господи, что за вопросы? Да, вопросов, конечно, много. А что вы можете сказать о ципросепте? Это тоже такой какой-то иммуномодулятор, который не влияет. Я знаю цитрасепт, у него и различные есть аналоги. Никаким образом тоже не влияет на иммунитет и не пустая трата денег, в общем. Вопрос, значит, какие продукты или фрукты поднимают иммунитет? Вот я просто ставлю свои 5 копеек насчет поднятия иммунитета. Если у вас нет рака, серьезных хронического заболевания, если вы ходите двумя ногами, если вы не принимаете химиотерапию, если, ну, скажем, вы дышите нормально, действуете, функционируете, то у вас все отлично с иммунитетом, его поднимать не нужно. А питаться, конечно, нормально нужно. Согласны с вами, да? Конечно, да. 100%. А не какими-то, я не знаю, чем-то особенным. Нормально, сбалансированным питанием. Изыски для этого. Нужно просто сбалансированно кушать разную еду в разных формах, там по-разному ее готовить, не знаю. Ну, угу. Никаких там каких-то... Так, все, кто меня спрашивает чисто гинекологические кушерские вопросы, я вам сразу говорю, мы сегодня говорим о аптечке, о лекарствах во время эпидемии и вообще, что эффективно, что неэффективно. Поэтому мы не говорим о другой части женского тела, без призмы, то есть мы говорим через призму фармакопеи, да? Расскажите за капли против лозит, есть ли эффект? Ну, сколько уже можно сказать, но, может, вы еще раз расскажете против лозит, который пичкает всем подряд. Угу. Так, значит, цинк помогает? Нет, конечно. От чего? Я не знаю. Угу. Не знаю, тут можно вообще все сказать, ничего не помогает. Да. Не защититься, ни каким образом там, не поднять иммунитет. Просто, ну опять же говорю, люди хотят, чтобы что-то было. Да я бы тоже хотела с удовольствием, чтобы было универсальное такое лекарство, да, которое защитит нас всех. Но, к сожалению, такого нет. Вот спрашивают опять же об этом витамине D. Я уже созрела, чтобы создать видео, написать статью об афиоре века, о том, как перекрутили этот витамин D, чрезмерно злоупотребляют. Ну вот, значит, что ВОЗ, например, пишет для беременных женщин. ВОЗ очень четко занял позицию нейтралитета, где указано, что если у женщин до этого был выраженный дефицит, она планирует, при планировании принимает витамин D и может продолжать при беременности. Если у женщины не было дефицита, именно выраженность клинического, то она и не обязательно принимает витамин D, потому что мы до сих пор не знаем взаимодействие на плод, то есть вообще как это все. То есть довольно токсичный препарат. Значит, опять, как вы относитесь к препарату Фимбион? Мне кажется, Фимбион начали хорошо раскручивать, рекламировать, потому что вдруг говорят, что это лучше, чем обычная фолиевая кислота там и так далее. Угу. Вот. Что нам скажет Катя? Во-первых, я отрицательно, опять же, отношусь к Фимбиону. Почему? Потому что это комплексные витамины. Да, вот. Это комплекс. Угу. Да, то, что там какая-то особенная фолиевая кислота, это неправда, это просто раскрученный препарат, у которого, опять же, очень широкая такая реклама сейчас идет среди блогеров, я с некоторыми даже ругалась, потому что какое право имеет человек рекомендовать вообще на публику, когда он абсолютно вообще ничего не разбирается в нем. И, насколько я помню, в фемибионе присутствует витамин Е, который тоже... Да, который желателен. Да. Да. А у нас спрашивают, что стоит иметь аптечки при пищевых отравлений. Мы в реальности сейчас говорим больше об инфекционных и так далее. Хотя в самом начале этого эфира Катя перечислила, что должны быть препараты, которые, ну, нужны на случай диареи, скажем, или рвоты. Правда же?
Да, если, конечно, если не прекращающаяся рвота, то это уже первый признак, что нужно обратиться к врачу. Просто так принимать противорвотные препараты ни в коем случае нельзя, потому что у них огромный перечень побочных эффектов, и там просто... Да. Ну, а это все рецептурные препараты, поэтому я никому их не рекомендую. Единственное, что, конечно, можно иметь сорбент, если... Так будет проще человеку это пережить, хотя на самом деле можно и без сорбента обойтись, принимая большое количество жидкости, вот, если это возможно, если это не выходит все обратно. Вот. А можно ли переболеть коронавирусом без симптома? Можно, как любым вирусным, не всегда есть симптоматика, поэтому... Тут и можно, конечно, при этом заразить других. Опять, нужно ли принимать коллаген? Я вообще не знаю, тоже коллаген, это, я так понимаю, все насчет омоложения. Да, или, да. Ну, чего только там не придумали. Коллаген, кстати, очень это плохо, это все, сколько я знаю. Эта популярность выросла с айхерба. Ага. Коллаген, потому что там его огромное количество, разных фирм, и все пишут, что ой, это там и кожа подтягивается, и роды проще, я не знаю. Ну, что, это неправда, нет, это неправда. Конечно, неправда, да. Коллаген – это просто удобный сейчас рекламируемый препарат, который можно затыкать все дыры от старости до да. Чего только не хочешь, да? И поэтому многие на это клюют. Хотела еще что-то сказать о коллагене, ладно. А что вы скажете о биотине? То же самое, наверное, что и других добавках. Обо всех БАДах. Вот как раз, что я хотела сказать насчет Айгер, потому что я говорю, и на меня потом ну, довольно-таки агрессивно накатываются сторонники этих БАДов и прочего, что Айгер – это всего лишь как рынок. Рынок, где никто ничего не контролирует. Это как Алиэкспресс, по-моему, даже хуже, чем Алиэкспресс. Это как eBay. Да, и эти все сертификаты можно купить запросто, я знаю, как их можно покупать, через кого и что. То есть можно придумать что-то свое, святую водичку, значит, бутылочку и продавать как эликсир молодости, или там плюнуть туда и продавать как эликсир. Это никто нигде не контролирует. Да, и поэтому не будьте зависимы от Айгерба, то есть это клондайк, вот сейчас как раз наши люди, это клондайк для Айгерба, потому что там никто так не покупает много, как наши люди. Да. А как насчет, вот интересный тоже, как насчет эфирных масел распылять дома? Ну, это в ароматерапии или что? Но это не профилактика, насколько я знаю, никакой профилактики. Если человеку нравится, то, пожалуйста. Для запаха, да. Да, если у него не возникает никаких там аллергий, ничего такого, то, пожалуйста, можно использовать. Но это никаким образом не влияет на иммунитет и на заболевания, на течение. А вот если у кого, например, есть дети, то это не рекомендовано, потому что реально может... Да, и беременные женщины тоже. Да, да, беременные женщины могут крайне негативно реагировать на появление новых запахов, поэтому если вы беременны, будьте осторожны. Иногда мне пишут, там, мигрень, еще что-то, потому что свечи тоже используют с ароматическими вот этими, ну, запахами, потом вот эти всякие тоже масла. Нужно очень осторожно и, как говорится, для удовольствия ничего более. Да. Скажите, пожалуйста, препараты от кашля на основе амбраксола эффективны или нет? Они, да, это муколитики, они эффективны, они используются, но, опять же, смотря при каком диагнозе, потому что что такое кашель, да, это ответная реакция организма на какой-либо раздражитель. Если у вас сухой кашель, то вам амбраксол не показан, то есть это не его вообще. Но муколитики нужно строго тоже принимать по назначению, и они запрещены детям до 5 лет в силу того, что дети не умеют отхаркивать мокроту. А амбраксол, он ее разжижает, то есть ее количество увеличивается несколько раз, поэтому тут нужно быть аккуратным. Поэтому взрослым, ну, как бы, если назначил врач, то пожалуйста. При сухом кашле, насколько я понимаю, нельзя принимать муколитики. Потому что это будет неэффективно. И переболела простудой, прошла неделя, заболела вновь. Это ослабленный иммунитет. Не обязательно, я отвечу просто как врач, потому что дело в том, что вы могли просто заразиться другим вирусом, или же это вы полностью не выздоровели. Это дело не в ослабленном иммунитете, просто такое бывает.
Я в прошлом году переболела птичьим гриппом, и одновременно нашли у меня аденовирусы, значит, была активация, то есть оно как бы дало вот осложнение. Не обязательно. Так, поехали дальше мы. Опять же, этот протефлазид очень интересно написали. То есть, если врач назначил протефлазид комплекс с противовирусным воспалителем для лечения дисплазии, вы считаете, что лучше не включать его в терапию, как эффективность нулевая? Я считаю, что сразу нужно менять врача, потому что этим всем дисплазии не лечат. Да, это уже показатель тому, что вы должны забыть дорогу этому врачу. Так, фарингосеп для ребенка при фарингите. Фарингосепт – это обычные сладкие конфетки, которые действуют, которые могут помочь за счет того, что при рассасывании выделяется огромное количество слюны, которая смягчает, опять же, увлажняет нашу слизистую везде, и это как бы положительный такой эффект. Кстати, хочу сказать, что вот эти сосательные, потому что у меня, так сказать, вот этот хронический тонзиллит, который, ну, просто, говорится, с годами уже опыт набран. Дело в том, что все сосательные, если которые содержат много сахара, высушивает еще больше. Да, поэтому сидеть на этих таблетках вам будет хуже. Поэтому если берете что-то такое, ну, чтобы под язык или сосать, пожалуйста, берите без сахара. Без сахара брать. Да, потому что оно ухудшает ситуацию, и, к сожалению, многие врачи даже этого не знают. Да, так же, как в период болезни не рекомендуют есть сладости даже, которые, вот, потому что также сушит вот это вот все, раздражает, еще один раздражитель. Еще более раздражитель, совершенно верно, я полностью согласна. Об оптимальном уровне витамина D в крови для беременных есть вебинар, лабораторные анализы при беременности. Там, причем, есть два вида витамина D, которые мы определяем, метаболиты витамина D. Посмотрите, там есть по триместрам, первый, второй, третий триместр. Так и называется, лабораторные анализы при беременности. Там все детально, мы даже не будем поднимать эту тему. Так, поехали дальше. Ваше мнение о фенюльс при низком гемоглобине. Мы уже говорили, что гемоглобин – это всего лишь показатель, ну, как бы, это не обязательно железодефицитная анемия или еще какая-то анемия. То есть нужно определить вид анемии, а потом уже, как бы, я считаю, принимать препараты. Да? Да, 100%. Значит, вот тоже интересный вопрос, основанный на вот этом... Я считаю, что это тоже какой-то, как сказать, не скандал, а в смысле, ну, шизофрения насчет витамина D. Что скажете об однократном применении холекальциферола дозы 50 тысяч единиц в неделю? Ну, это какая-то самоубийство. Небывалая цифра. Мне кажется, по-моему, даже при... сильном дефиците таких цифр я не слышала, чтобы кто-то рекомендовал. Вот. Это просто действительно такие цифры, что это как самоубийство. Да. Вот пишут нам об Айгербе, значит, самое главное, что все покупают из света ТРФ, сами свято верят в эти чудо-бады. Дело не в этом. Дело в том, что те, которые рекламируются Айгерба, многие врачи, блогеры получают за это вознаграждение, потому что вам дают конкретные деньги. Огромнейшее вознаграждение. Вы даже не представляете, сколько людей зарабатывает на Айгербе, даже на рекомендациях тех или других линий и так далее. То есть, ну, как бы, это все взаимодействие с производителями. Поэтому не нужно клевать на это, и все. Нам делали комплимент, что мы красивые, и лучше это хорошо. Спасибо, мы стараемся разработать таких... тоже экстремальных условий, потому что у меня постоянно внук, дочь с маленьким месячным ребенком, там свои немножко проблемы, поэтому мы стараемся, как говорится, улучшить ситуацию и облегчить жизнь каждого. Так. Вот тоже, интерферон.
Но мы говорили вначале об интерферонах. Можете порекомендовать лечение уколом интерферона в генитальные кандиломы? Соответственно, лечение для ГК. Что такое ГК, я не знаю. Сразу говорю, не работает. Нужно сразу уходить от врачей, которые рекомендуют колоть интерфероны для лечения генитальных кандилом. И вообще интерфероны. Вот вы, как специалист, объясните, пожалуйста, людям, что есть интерфероны, как лекарственные препараты, которые лечат очень агрессивные виды рака. Да. И есть вот тот кло, которым всем тычет направо-налево. То есть интерфероны да, могут... Вот это вот... Это действительно фуфло, которое у нас очень маркетологи, опять же, воспользовались тем, что где-то же используют интерферон, то есть якобы это же не пустышка, но там многомиллионные концентрации, да, вот эти вот, не, это, в отличие от того, что у нас продается в аптеках, но опять же, нельзя сказать, что они никак не влияют отрицательно на иммунитет, то есть вы смешиваетесь такими препаратами, которые лечат онкологию, да, вмешиваетесь в свой иммунитет, то есть как они могут повлиять отрицательно, никто же не знает, опять же, а их-то рекомендуют прям с нуля. Мало кто знает, что интерфероны это не иммуномодулятор или стимулятор, это фактически химия, это входит как в группу препаратов для лечения онкологических заболеваний и смотреть классификацию в реальности. То есть этим лечат очень агрессивный, быстро растущий ряд опухолей. Их не так много, но именно интерферонами. Поэтому, когда начинают вот это играться в интерфероны, особенно маленьким детям, это у меня завис интернет. Это может помочь. Так, сейчас, Катя, у нас, наверное, плохая связь. Я поэтому, значит, отвечу на ряд вопросов. Скажите, пожалуйста, что корень имбиря может помочь не заразиться коронавирусом? Видела видео, мужчина рекомендовал. Вы знаете, мы уже в начале этого эфира рассказали, что столько людей... предлагают всякую чушь, и корень имбиря, вот этот джинджер, абсолютно неэффективный для профилактики от коронавируса. Поэтому большая просьба не клевать на такие псевдонаучные видео, которым сейчас кишит интернет, потому что нечего людям делать, все хотят вырваться, славы там куда-то, мы все тут боремся, мы все герои, мы предлагаем это. Я вам скажу, что вот эта шумиха, она выгодна очень многим. С одной стороны, экономика падает, доллар растет, бизнесы закрываются, людям будет проблема выжить эти 2-3 недели, многим, особенно те, которые зависят от зарплаты до зарплаты. С другой стороны, это отличнейшая почва для создания вот этой, так сказать, создания доход, обмана, мародерства, предлагает, значит, погоня за славой и прочим.
О кальции мы не будем говорить, кальций не рекомендуется при беременности, об этом пишу в книге «9 месяцев счастья». Вот. Так. Сейчас мы попробуем Катю снова присоединить. Значит. Судьба у меня. Могу понять, то ли Катя не может присоединиться, то ли меня зависает интернет. Значит, ага, значит, все-таки это Катя пробует присоединиться, но сейчас мы попробуем снова. Вот, хорошо, я тогда пройдусь по вашим вопросам. Лечится ли хронически активный ВЭП? Нет такого понятия, как хронически активный ВЭП. Это еще один маразм многих врачей, которым нечего делать. Значит, инфекция Эпштейна-Барра совершенно безопасная, ничего не нужно лечить, забыли, да и все. Что укрепляет иммунитет? Физическая активность, нормальный сон, нормальное питание, положительное мышление. Вот это все, что укрепляет иммунитет, и нужно даже тратиться сумасшедшие деньги на какие-то добавки и прочее. Вот. В отношении добавок во время значит, беременности, йодомарин беременности, что я хочу сказать? Йодомарин, вообще это немножко злоупотребляют йодомарином, это, по-моему, уже 30 лет его пробует пичкать беременным женщинам. А позиция в отношении применения дополнительного йода такова, что назначать его должен только эндокринолог, а не гинеколог. И тут очень важно знать, есть йодная недостаточность у женщины или у человека или нет. Определяет это по уровню йода в моче в первую очередь. Это самый такой, то, что анализ, который рекомендует ВОЗ. И, собственно говоря, ВОЗ рекомендует сначала определить, есть ли недостаточность или нет. Но дело в том, что у беременной женщины ее определить практически невозможно. Поэтому йод мы особо не рекомендуем, хотя я знаю, что этому увлечены многие врачи, именно на территории постсоветских стран вот этот йодомарин рекомендуют всем. Так, сейчас вроде бы Катя снова у нас пробует. Так, сейчас посмотрим. Так. Немножко у нас тормозила связь. Ждем, пока Катя присоединится. Цитомегаловирус не лечим. Я уже тут стараюсь отвечать, пока связь установится. Да, цитомегаловирус есть отдельные противовирусные препараты, которые мы используем в крайне редких случаях, в основном тяжелые случаи. А так цитомегаловирус безопасен. Масса информации у меня на сайте. Да? Вот Катя вернулась. Так, мы не отвечаем на гинекологические вопросы. Да, напоминаю, что действительно был марафон у нас доказательной медицины, где выступало много врачей, и было много полезной информации. Некоторые эфиры нам удалось сохранить, мы разместим потом видео на этой страничке, так что подписывайтесь на DocMed-марафон. Стараемся загрузить те видео, которые у нас сохранились. А продолжаем. Да, эфир мы постараемся сохранить. А вот, жена во время беременности есть много глюконата кальция. Вредно ли это? Ну, наверное, хочется кальция или мел, который... Кстати, мел есть, вырабатывается, который специально для беременных женщин. Потому что некоторым хочется... Вот, и, в принципе, можно мел ведь грызть, насколько я знаю. Ну, как бы можно, но говорят, что лучше заменять мел,
потому что мы не можем быть уверены, что у него степень очистки нормальная. Вот.